Великая засуха, как в Саранске чинили водопровод, и во что это вылилось? Почему в поселке имени Гагарина несколько дней воды не было вообще? В центре внимания коммунальной сети мордовской столицы. Мать-кукушка, а полицейские нашли женщину, которая оставила новорожденных детей умирать на холодной улице в Краснослободске. Учиться у лучших аграрий Мордовии посмотрели, как на предприятиях Мордовского агропромышленного объединения внедряют лучшие практики во имя эффективной работы. Тысячи пирожков для Донбасса из Мордовии в зону специальной военной операции отправились очередные гуманитарные конвои. Чтобы помнили, на неделе исполнилось 80 лет Сталинградской битве. Репортаж нашего канала из Волгограда и Севастополя. Гости из Поднебесной, зачем в Мордовию приезжал генконсул КНР Сянбо и как Китай готовится встречать свой Новый год.